Зубная паста со вкусом шоколадки. Стоит ли она своих денег? К слову, это одна из самых дорогих зубных паст. Она очень модно выглядит и очень вкусно пахнет. Но в чем есть скрытая угроза применения таких зубных паст на регулярной основе? Изучив состав данной зубной пасты, можно сделать вывод о том, что она в себе не содержит фтор. И она является неэффективной в профилактике против кариеса. Костная паста, но не для регулярного использования, так как ребенок может к ней привыкнуть и уже отказаться от зубной пасты со фторидами, что в будущем может перерасти в проблему. Поэтому мы не можем порекомендовать данную зубную пасту к использованию. Но у нас есть отличный лайфхак по использованию такой вкусной зубной пасты для адаптации ребенка. В наших клиниках врачи-анестезиологи могут смазать вкусной шоколадной пастой маску перед подачей наркоза, для того, чтобы ребенок подышал вкусным воздухом. Это отлично мотивирует и дает возможность в игровой форме ввести ребенка в наркоз.